Привет, дорогие зрители! Вы смотрите видео на канале Double Geek. И с вами неизменный ведущий Сережа и мой товарищ по кооперативу Никита. Привет. Ох, сегодня мы будем заниматься ерундой. Как вы видите, я решил сегодня вспомнить, проностальгировать и отведать свои бывшие лачушки. Две, ну, не совсем лачушки, но по сравнению с тем, что мы построили, об этом будет попозже, самое вкусное наконец. По сравнению с тем, что мы построили, это действительно лачушки. Не знаю, жалко мне все-таки с этими сундуками расставаться, с кучей всякой всячины. К сожалению, Никита не имеет возможности сейчас посмотреть, что тут есть. И это, наверное, очень жалко, потому что я его в группу добавил уже после того, как сделал эти сундуки. Не вздумай рушить здесь, ой-ой-ой, сколько всего хорошего и ценного. Я только что буквально пролазил в синглплеере и вот, объездил всю карту, и вот это вот я выехал с пустым рюкзаком, полностью с пустым рюкзаком. И сейчас вы видите, что я нашел. Я нашел два костюма ниндзя, зеленый рюкзак, Элис пак, два генератора, еще гражданскую броню, 30 кусков мяса, ну я их не нашел, я их убил. Бензопилу, катану, кирку, в общем, полный набор, все, что нужно. Как вы видите. Так, ну, эта штука меня надоела. В общем, давайте покатаемся, съездим куда-нибудь. Погнали. Ты будешь на ментовской ездить? Конечно. Воу-воу, сейчас перевернемся. Давай заедем в город, будем сейчас ездить по всем городам, абсолютно искать весь самый интересный, самый ценный лут. Я думаю, что нам сегодня будет вести. Кстати, дорогие зрители, вы, может, обратили внимание, но сегодня вышла еще одна ерундистика в Стиме, а именно описание того, что разработчик хочет сделать в ближайшее время. Все вы, наверное, заметили или не заметили, что он там пишет, что проводит кучу всякой оптимизации, но нифига на самом деле не происходит. Нет, на самом деле оптимизация происходит, но поэтапно. Незаметно. Да, поэтапно и незаметно. Я понял, что он начинает делать оптимизацию с аэропорта. И с аэропорта он потихоньку продвигается все дальше, дальше и дальше. Вот я сегодня объездил, начал свое турне с аэропорта, заехал на кемпинг, на маяк, заехал еще на один кемпинг, потом приехал сюда. Как вы видите, здесь значительно меньше стало все тупить. Почему стало все меньше тупить? Потому что он сделал все вот эти вот здания проще. В каком плане проще? Он сделал меньше секторов. Ну, естественно, чем меньше секторов, то есть полигонов, тем меньше загруженность видеокарты, и в свою очередь, тем меньше тупит игра. И раньше, я помню, у меня в этом месте, ой, как тупила игра. Очень тупила, особенно в этом городе. Но сейчас, как видите, все круто. Поэтому я решил поехать сначала по дорогам, где меньше тупит, как говорится. Здесь ничего интересного нету. Блин, мне надо попить немножко, и потом можно будет ехать дальше. Я не знаю, зачем я бежал туда? Я не знаю, либо у меня такой хромой английский, либо все-таки я понял правильно. В новом вот этом обновлении 3.0 он написал, что хочет кардинально поменять всю инфраструктуру, то есть он хочет изменить все дома, сделать их еще более практичными в плане производительности игры, то есть он хочет еще сделать меньше полигонов. Также он хочет улучшить камни. Камни и что еще? Камни. Хочет, по-моему, горную вот эту местность, горный ландшафт и камни. Он что-то хочет с ними сделать. По-моему, оптимизировать, сделать их тоже менее полигональными, чтобы оно не тупило. И если вы знаете, если вы играли в арену... Кстати, Никита, ты играл на арене? Да. Я так зашел, все сразу. Ты знаешь, там есть один прикол, что если ты разбиваешь один камень, то камни появляются возле другого. И наоборот, если ты разбиваешь другой камень, ну там есть зависимость определенная, то камни появляются тоже в другом месте возле другого камня. Или ты там ничего не разрушал? Так я же говорю, зашел, собрал вещи и вышел. Ясно, понятно.
Все говорили, что там есть баг, типа там бесконечный лут постоянно спавнится и прочее. Это не баг, это все-таки карта маленькая, поэтому там так спавнится все. И что ты еще хотел? Я или неправильно понял, или он хочет сюда внести крафт дороги. Причем дороги не вот этой вот асфальтированной, а крафт дороги местной, вот этой сельской. Ну просто я считал, там что-то было написано про роудс. Щебня, что ли, насыпать? И вот я не знаю. И также он что-то писал насчет местности, где будет стоять дом. Дом под строительство. То есть он тоже сделает вот такую вот фигню. То есть вокруг того места, где вы что-то поставили, не будет травы. Так она, в принципе, приминается, а так ее вообще не будет. И будет вот такая вот песочная текстура. Не знаю, что он там уже надумал в этой версии 3.0. И также там можно будет строить уже не простые домики, как я понял. Вот это, что мы делаем из кирпича или... Ой, из кирпича. Из камня или из дерева. Можно будет строить уже дома наподобие вот таких вот. То есть с крышей и со всей фигней и прочей. Что-то, мне кажется, или он просто сильно замахнулся. Также он написал, что уже сегодня вы сможете увидеть какие-то первые изменения в этом плане. Я пока что изменений не вижу. А, кстати, еще я сегодня, когда был на воинской, я заметил, что воинская тоже еще не оптимизирована, потому что если подходить к какому-то из зданий... Кстати, слышники, тебе не надо собирать еще форму пожарника? Да, подождет потом. Ну просто тут есть штаны, а в доме есть рубашка пожарника. Черная вот эта такая. Да, можно. Ну да. Так о чем я? А, я когда был в на воинской, я заметил, что там строения до сих пор еще многополигональные. Причем там очень много полигонов на отдельных ангарах. Так что, походу, он еще не добрался. Также меньше стало тупить в городе Абертоне. Боже, откуда их сколько здесь? В городе Абертоне, там, где корабль стоит пришвартованный. И, по-моему, здесь раньше не было забора. В смысле? Где? Здесь. Не знаю. Да, кстати, он что-то писал насчет этого, что добавит какие-то эти примочки. Ландшафт немножко изменит. Может, вот это он начинает потихоньку что-то изменять. Забор добавил только и все. Потихоньку. И я не знаю насчет вот этих скринов, которые по всему интернету. Либо он действительно хочет сделать, изменить меню, как он написал, что он хочет изменить меню и хочет изменить вот эти вот внизу индикаторы. Слышь, а где машина? А, вот. И он хочет изменить индикаторы. Я не знаю, по-моему, они хуже, намного хуже. Но будем надеяться, что, наверное, ему виднее и все-таки что-то да будет лучше. Ладно, поехали, наверное, как раз в кемпинг. Эй-эй-эй, не убей меня. А то опять утопим еще один автомобиль. Так, ну тут мы не нашли абсолютно ничего полезного и интересного, поэтому движемся дальше. Кстати, надо было мне выгрузить, наверное, все мясо. Ладно, в аэропорту выгрузим. О, опять свинья. Кстати, ты там говорил что-то насчет свиней, что их нельзя сбивать. По-моему, они прекрасно сбиваются. Ладно, с машины. В смысле? И сейчас ты не сбил? А ты дальше пошел себе, спокойно. Так, эти зомби, ты его сбил, да? Уху-ху. Ну там трамплин фиговенький на самом-то деле. Ну, как их похрызли. Может, ты мне чуть-чуть дашь? Эй, ты пойдешься. Ну ладно. Они и так поели. А мне собак. Вот, здесь вообще перестало тупить. Вообще, раньше у меня... Кстати, карта. Кто-то меня сегодня спрашивал, где можно найти карту. Я сегодня находил карту в городе Боривуд. Возле вышки там, где спавнятся обычно эти военные. Вот, только что на столе карта. Карта это на самом деле не такой уж редкий предмет, который прямо вообще нереально найти. Кстати, Никита, ты собираешь флэра? Вот тут валяется еще один. Это не такой уж редкий предмет. Его найти можно и находится он достаточно часто. Надо пойти машину отремонтировать. Вот еще одно место, где можно найти карту. Так что там вещи, в принципе, есть интересные. Бывают, попадаются. Батарейки, катаны и зомби. А вверху? А вверху? Пусто. Кровать. Дымовая шашка. Ливерекшн. Что ты хочешь?
Ну, ты закинул меня в дымовую шашку. А, кстати, она недолго держит, но, блин, не видно нифига. О, слышишь, я чуть не свалился только что. И она меня преследует. Я с одного места уйду. О, кровать валяется. А что ты ее не забрал? Там аж ко мне. Так, так, где тут выход? Короче, ломаем ноги. Нет, не ломаем ноги. О, отлично. Да слажу я, слажу. Так, поехали. Поехали в этот, в аэропорт. Нет, не в аэропорт. Там еще один есть этот город. Давай в него съездим, глянем. Не надейся, зомби за тобой не побегут. А я думал, что ментовская машина относительно медленная. Так, стоп, мы здесь не были, да? Конечно. Вот, тут тоже произведена оптимизация. О, зомби бегает еще. Потому что здесь тоже перестало тупить, а раньше здесь тупило и достаточно хорошо так тупило. Но здесь ничего нет. Катана, бакшоты, грязная вода, тряпки всякие. Ничего интересного. И, кстати, сейчас, по-моему, пофиксили вот эту фишку, да? Теперь можно машины ломать, ты мне говорил. Только в синглплеере. А, только в сингле? Да. Чё, тут будем останавливаться? Нет, здесь ничего нет. Лук, револьвер, бинт, еще какая-то фигня в багажнике. Ну ладно, поедем дальше. Здесь фигня. А? Последняя победила. Не, ну я просто не видел в багажнике, что-то еще было. Такого коричневого цвета, может, броня. Свинья. Ну, смотри, я сейчас ее задавлю. Бонусы, все, и нету свиньи. Значит, могут давить только те, кто заходит в тебе. Потому что всегда на своем не мог давить, на чужом нет. Развить. Ну, наверное, это еще один баг. Кстати, я только что такое сальто сделал. Блин, у меня опять дымится машина. Что за... Так, нет, бензопила это не то. Бензопила буду долго и нудно. Хоть и слышишь, я читал характеристики бензопилы, там столько всякой фигни написано, что от нее типа урон большой. Кто за мной бегает? А. От нее урон написано такой же самый, как и от кувалды. А, кто это предмет написал? Ну это на этом, на Википедии. Вот этой, как его. Игровой. Откуда же такая информация? А вот я не знаю, ну ладно кувалда там взята за эталон, как бы урон у нее 100. Потому что да, она хоть левой, хоть правой кнопкой, может с одного удара всех. А, блин, не знаю. Так, заточка. Что-то в этом доме сейчас вообще теперь ни черта нету полезного. Так, надо мне машину опять починить. Вот это одна из самых слабых автомобилей. Либо его просто чинить надо чуть подольше. Ладно, поехали дальше. И, кстати, да, ландшафт все-таки изменен. Вот здесь вот видишь, сколько бугров всяких добавилось. А что там военный делал? Я забудился. Сам, первый раз его здесь вижу. Вот сидя, смотри. Сразу становится. Бери. Не знаю. Я вообще не вижу, кстати, эту свинью. А, кстати, у него это не держание. Где? За ней бежишь, она раз остановилась поесть и бежит дальше. А где она? Понятно, с топором она остановилась. Ладно, не ладно, фиг с ней. Поехали в аэропорт. А знаешь, самое прикольное, когда я играю в сингле, мне постоянно выпадают какие-то четкие вещи, прикольные. Как начинаю играться в мультик или вообще записываться, абсолютно нифига нету. Но хоть час повезет, не знаю, там. Ого. Я же засмотрелся, что дождался, пока меня зомби укусит. Странно, мне опять подозрительно машина так поднялась сама. Опустилась. Ой. Поднялась. Что за бред? Баги, баги, баги и баги. Это все еще надо исправлять, 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 а он занимается ерундой. Нет, я согласен, если он выпустит потом версию 3.0 полностью, знаешь, обновленную, полностью учтет все баги. Чё там Apple Strike? То будет, да, круто, я согласен. Ну а если он выпустит такую же недоработанную игру, то... Как по мне, все труды на смарку. Что он там сидел, что он там писал. Ты там зеленых таблеток не видел, не? Да я уже все собрал, у меня 4. Нет, 3. Ладно, голубые будут. Да нет, мне так. У меня радиация чуть-чуть, 2% уж. Бинтом еще чуть-чуть поправлюсь. Apple Strike тут валялся. Где там зомби? Да рядом все. Не попал. Ой, ты не стреляй, ты же сейчас опять всех зомби сколыхнешь. Сейчас они опять нам чего-нибудь поедят. Да блин, убивайся. Да блин, не попал. Все.
стрелял. Ой, вон сзади... уже бегут, хрен знает откуда. Сзади Розы бежал. Кстати, я убил его в городе, из него катана выпала. А из них, кстати, сейчас много всяких ценных вещей выпадает. Из одного лук выпал композитный. Из другого Maple Strike. Кстати, из ментов Maple Strike выпадает. Часто, очень часто. О, ля-ля-ля, уже погнал грызть двери. Их что, три было, что ли? А, я попал, но не убил. Здесь зомб тоже спавнится. Да если сейчас здесь генератор отспавнится, вообще шикарно будет. Три генератора. Красавчик, иди сюда. Кстати, подборка машин сейчас вообще прекрасная. Вот он, грызут уже. А через куда ты залез? В смысле, через куда ты залез? Ты ж вроде сзади меня был, а я захожу в ангар, смотрю, ты уже в ангаре. Или есть. А, ты через ту сторону? Понятно. Так, что у меня есть-то? А, у меня два генератора. Два... О, мясо, мясо, мясо надо скинуть. Потому что я хожу, оно много места занимает. Так, вот сюда. Кстати, реально фишка. Я об этом не знал, что если нажать Ctrl, можно сразу все вещи сбросить. Ой. Это для меня реально новость была. Так, броню тоже сброшу. Она мне не надо. Может, еще какие вещи оставить? Что у меня здесь есть? По лестнице залезть не могу. Эй, я от зомби пытаюсь уползти. Он меня не может догнать. Слышь, он меня догнать не может. Смотри на это. Ой, блин, догнал почти. Ай, догнал. Только не видит. Так, что еще можно сбросить? Посмотри на это. Сейчас. Так ты на приседках идешь. Он столб начал грызть. Так он и так догнать даже не может. А вот лёжа уже может. Лёжа медленно ползет. Так, чё, я думал, ты ловушку тут поставил между этими. Так можно. Почему бы и нет. Так, зомби-тормоз. Бежал, остановился. С кого-то чипсы упали. Кстати, кто не видел, это наш мост-гараж. Кстати, по нему как можно проехать и под мостом, и на мосту. Короче, как угодно можно ехать, и все равно проедется. Так что мост выгодный, удобный. И, к слову сказать, сервер почти завершен. Я уже сделал здесь все, что, наверное, хотел, воплотил все свои мечты. Сейчас как раз поедем, посмотрим на завершенный мегаполис. Это еще один Maple Strike, ты поднял и выкинул его? Странно. Maple Strike, надо магазин. А! Блин, бежал с катаной и нажал, чтобы она опять высунулась, и она исчезла. С какого-то зомби надо магазин упал. Походу с этого. С военного. Так, стрел нету. Ладно, поехали в этот, что ли, в Боривуд. Здесь тоже ничего интересного не выпало, хотя я на вышку не лазил, ты лазил на вышку? Ну ладно, фиг с ней. Слышишь, а вышка у нас уже отсюда видно. Блин, веселить начинает. А я там все эти факелопы отключал. И, кстати, знаешь, факелопы отключал и потушил, и вроде как чуть получше стало все-таки. Самопушение. Да не знаю, может быть. О, машина заспавнилась, еще одна. Так, уже пора включать. Ой! Ты там сильно не езди, там же это... Не едь налево, только не сворачивай. Свернул. Они просто сейчас грызть начнут дом. О, Пепси. Поприрекламируем. Может, денег дадут. Ай, доктор, кусач. Ты же доктор.
Так, собрал всех зомби, которых только можно было собрать. О боже, сколько их здесь. Лучше бы было с топором. О, нет. Они ко мне сидят дома, а я думаю, почему-то собачьи больше. Помоги мне. Да, тебе помоги, у меня тут тоже 15, еще и ползучие вон. Они ворота грызут. Спасай ворота. Какие ворота? Они съели ворота, все подряд. Ну я тебе говорил, не беги туда, ну нафига было бежать. О, по-моему, спас. Все, что осталось. А что это за сброд, Лян, чего они стоят? Я не знаю, заснули. Не, ну это фигня вообще. Не успел. Я же говорил, не едь сюда. Они грызть начнут. Я пытался, начну. За мной столько понеслось их потом. Ну в чем проблема? У меня только что 20 штук их было, я тоже перебил. Так это 20. А у меня 30. Короче, фиг с ними, с теми воротами. Плохая затея была. 3 желтых флайера. Так, здесь тоже куча всякой ерунды. Так, аптечка, бандана. 30 кусков мяса. Не знаю, на кое они нужны. Питаться. Так, там 2 зомби стоит. Там еще что-то. Ладно, где тут слезть по-быстрому? Не хочу я по лестнице слазить-то сильно долго. Так, спустился. Ну и, собственно, что? Момент истины. Тут даже можно отключить ПНВ. Вот такой вот дом. А интересно, слышишь, сейчас могу свинью с кулака убить? Зачем? Я хотел посмотреть, сколько будет мне за это опыта. Если с кулака убить. Это гараж. Гараж большой. Очень большой. Очень-очень большой. Скорее ангар, чем гараж. Ну, я не знаю. Ну да, он очень большой. Здесь получается что-то типа веранды. Пока что мало генераторов и фонарей. Чуть-чуть их потом будет больше. Здесь еще один гаражик. Чуть-чуть поменьше, чем предыдущий. Здесь одна большая комната. Я думаю, сюда можно будет потом поставить штук 50 ящиков и снести весь хлам, который есть. Это такой своеобразный фундамент у нас, который растет вверх. Он и на втором этаже каким-то чудом пробился. Кстати, если здесь у вас будет камуфляжка зеленая, знаешь, здесь, по-моему, можно будет классно засесть со снайпой и стрелять направо и налево. Здесь нифига не будет видно среди этой листвы. И крыша. Крыша — это наше достояние. Потому что с этой крыши видно полностью весь город. Чтобы залезть сюда. Отсюда видно весь город. Но, к сожалению, сейчас он не светится. По-моему, у меня есть скриншот. Если я не забуду, я его сюда прикреплю. И вы увидите, как это выглядит, когда все светится. У нас 3 раза выше. Ну, к тебе на сервер потом еще зайду, посмотрим. Чего оно там будет. Но отсюда видно абсолютно весь город. То есть, если сюда кто-то сунется и подключать здесь тоже все факелы, то город как на ладони, можно будет мочить со всех сторон. Что я, в принципе, потом и сделаю. Попробую побегать. Включить ПВП. Я думаю, будет хардкор. Так, ну и, собственно, сам второй этаж города, что ли. Заехать сюда можно. Абсолютно легко. Здесь есть даже лестницы на некоторые здания. Куча патронов, дубинки, шляпа шерифа. Ничего интересного. Кстати, что на вышке? Вышка. Так, тут еще один зомби. Уже нету. Кстати, вот в прошлый раз здесь карта валялась. 2 зомби сросшихся. Эй, чуваки, идите сюда. Ух ты, 3 ползучки. Так, отлично. Знаешь, а дом здоровый все-таки получился. Можно было чуть-чуть покомпактнее сделать. Кстати, лазил по Ютубу, где-то увидел такой дом классный. Парень один придумал. Не помню точно, как канал называется. Точнее, вообще не помню, как канал называется. Но дом придумал прикольный. В чем фишка? Он, получается, построил дом вокруг огорода.
То есть у него, по сути, был дом такой кругленький. Ну, не кругленький. Тут круглый, к сожалению, пока сделать нельзя. Может быть, потом можно будет сделать. Кстати, а вот реально, может попробовать сделать круглый дом? М? Нет. Нет, просто по сути круглый дом можно сделать. И даже очень легко. Ставится один фундамент, на него два столба, потом фундамент разбивается, ставится под углом еще один. Давай, меня сейчас бей. Устраивай. Эй. Так, что у меня уже со здоровьем тоже потихоньку все хуже и хуже. 50%. Ладно, так, где наши автомобили? А, вот мой. Поехали на этот. На военную базу. Военную? Да. Ты уверен, не боишься? Чего? Не знаю, что-нибудь. Не, я чего-нибудь не боюсь. Надо на военку съездить и в Абертон заехать, посмотреть, что там. Собственно, вот так вот выглядел наш мегаполис, который мы уже достроили, слава богу. Может быть, мы еще придумаем какие-нибудь комнаты сделать или еще что-то достать, но... Сегодня как-то влом этим всем заниматься. Сегодня хочется просто поездить, позаниматься фигней разной. Ну, в принципе, Никита этим и занимается. Как обычно. Ну как, где вы, гады? Иди сюда. О, ты оленя сбил. Все знаю, старался. Иди. А ну, чем он нас порадует? Ой, ты кто? Уйди. А он нас порадует все лишь одним куском мяса. Сдохните. А зачем ты стреляешь в разные стороны? Я не знаю. Мимо меня вон пули летят, как не знаю. О, кого-то долбил. Все, закончились патроны. Понеслась теперь рукопашная. Эй, я тут. Ну и ладно. Лянь, один зомби остался посмотреть на все это издалека. Ах ты, зараза. Ну, кстати, что тут в ангаре? БТРа нету. О, еще один хаммер. Военный этот, джип. Чем? Нет, коричневый. Так, надо бы здоровье поправить. Вот ему вода. Да нет, 45% все, в принципе, хватает. Что это такое? А, петушок. ПДВ. Так, что у нас там вверху? Вверху. Еще один глушитель. Понятно. А нет, стоп, еще что-то валяется. О, МРЕ. Самое то, что надо. Он, по-моему, 70% или 65%. Уменьшает. Как раз то, что надо. Так, что там еще ночь? О, рюкзачок еще один. Тебе не надо? Да нет. О, здоровье пошло вверх. Я тут черный нашел, так его одел и не снимал. Не, ну черный, блин, все хорошо, но в нем всего лишь 20 вещей влазит. Поскольку черный. Ну вот у меня сейчас зеленый, у меня 22 вещи. И, в принципе, еще собираю как раз. Вот, допустим. Там таких вещей как раз таки не хватает, этого подъемности. Мина, кого не хватает? Просто подъемности. Ну там 17,5 килограмм, нормально, у меня только 9 загружено. И всего лишь место осталось для трех вещей. Это незаменимый. Ну кому как, каждому свое. Не, цель спать классно, если ты что-то строить пытаешься. Настроил себе, накрафтил 20 фундаментов и неси себе спокойно. А сюда только 17 лезет. Да, если только пытаешься, то да. Зеленая эта фишка. Кольт. Ты на все вышки лазил? Нет. Только на тебе. Так, адреналин мне не надо. Ого, с одного форест хэмэд пал, с другого кольт. И все. О, прикольная штука. Только мне цеплять ее не к чему. По-моему. Хотя не, я ее захвачу. У меня, по-моему, такая штука одна. Присушить кровь. 6. Так на какие-то вышки лазил? На ту вышку дальнюю лазил? Нет. Сейчас бегаем, глянем, чего там. Может, что интересное будет. А может, не будет? Сырой динамит и флайер один. Красного цвета. Понятно. Надо трейсер. Эй, слазь. Колеса. Какие колеса? Таблетки. Какие таблетки? Колеса. На обычные таблетки же с ним попробовать. А, ну ладно. У меня, в принципе, сотня. Я, кстати, вчера пытался там сделать этот фундамент поставить, чтобы можно было на воинскую зайти. Ух ты, слышишь? Знаешь, что тут классное я еще нашел? Savage Drum. Так я его и выкинул. А, да ты его выкинул? Ну ладно, я возьму. Просто вообще. И надо будет набирать как раз эти достижения получать. Скажи, как они? Герой, герой и бандит. Герой и гад. В смысле? Потому что скотина, а не бандит. Летит. Пива вообще, ни хрена вас тут справилось. Откуда у вас столько здесь? Ой, патрон закончился. Подождите, я сейчас перезаряжусь. Да поздно уже.
И этому поздно уже. Так, штаны синие валяются. Зомби, зомби, зомби. Вот, кстати, еще не оптимизированным корабль остался. Вообще не оптимизированный. Да зачем? А действительно. Мы же на 3.0 пробуем. Там все. Все такое. Сделать. Так, что тут? Ну вот, потому что я сейчас на корабль залез и все. И веселуха началась. В плане танцев. О боже! Зачем ты это сделал? Что именно? Выстрелил! Сейчас все сбегутся. О, а я им капкан поставлю. Пусть едят. Ну, походу, все-таки не все услышали. Ну, глухие. Стой, не убивай всех подряд. Чего? Услышал, нифига, он шустрый. Беги. Кто, где? Уже нигде никто. А что произошло? Что именно? Что произошло? Почему я пробежал через камкан, и он сломался? Я не знаю. Он же не должен. Ну, он взял и сказал, так, отсюда никто не вылез. А, у меня 0 патронов, чё я бегаю, выкину сразу, дропну. Так, ну, здесь, как и ожидалось, ничего. Хотя нет, что-то там все-таки валяется интересное. Я, по-моему, собирал или складывал сюда что-то. А может, сейчас и зайдем? Так, опять костюм ниндзя. Сковородка, 4 спальника. Как думаешь, зайдем? Где, куда? На север какой-нибудь. С ПВП. Прям сейчас? Ну знаешь, затея интересная. Постреляем как там следует. Ну что, мне нравится. Стряхнем людей, а то не расслабились. Ну тогда что, тогда давай на этом закончим мультик. Что ж, тогда мы на этом заканчиваем мультиплеер. Надеюсь, было интересно погулять вместе с нами по нашим хаткам. Ну блин, ты как всегда молодец. Мастер парковки. Ага. Я думаю, видео все-таки вам понравилось, поэтому если оно вам понравилось, то тогда ставьте лайки, не понравилось, пишите комментарии, если хотите поиграть со мной и унести отсюда чуточку лута, также пишите комментарии, и в следующий раз, в следующем видео, может быть, сегодня даже снимем, как мы будем лансерить по разным серверам с PvP, терять свой опыт, хотя нет, если там не будет синхронизации, то мы опыт не будем терять, потому что у нас его и не будет. В общем, на этом мы заканчиваем. Всем пока-пока, до скорых встреч!